22 ноября 1941 года. На помощь блокадному Ленинграду по неокрепшему льду Ладожского озера отправился первый караван из 60 грузовиков ГАЗ-2А. Несмотря на все опасности, первые тонны продовольствия доставлены в осажденный город. Так началось регулярное движение по легендарной «Дороге жизни». Благодаря мужеству и отваге советских водителей город на Неве получил надежду на спасение. В первых числах декабря, когда лед стал прочнее, на «Дорогу жизни» вышли грузовики ЗИС-5. Работа по доставке продовольствия в осажденный Ленинград – одна из героических страниц в истории этого легендарного автомобиля. В начале 30-х годов прошлого века советская автомобильная промышленность была на подъеме. В Ярославле освоили выпуск тяжелых грузовиков. Заработал новый автогигант в Горьком, а московский завод «АМО» завершил свое техническое переоснащение и взамен устаревшего «АМО F-15» начал выпускать новый грузовик «АМО-2». В основе этой машины лежала американская модель «Аутокар 5А». Прообраз будущего советского грузовика искали и в Европе, и в Америке. Выбор остановился на предложении малоизвестной фирмы «Аутокар». Ее машина была наиболее приспособлена для массового производства и собиралась из агрегатов и узлов разных производителей. Любого из них в случае необходимости можно было бы заменить. Первые грузовики начали собирать из американских наборов. Но вскоре с конвейера стали сходить «АМО-3», которые полностью состояли из деталей, изготовленных в Советском Союзе. При эксплуатации новых московских грузовиков на отечественных дорогах выяснились некоторые просчеты заокеанских конструкторов. Серьезной проверкой для АМО-3 стал тяжелейший каракумский пробег 1933 года. По его результатам стало понятно, что американскую машину нужно дорабатывать. Талантливый инженер АМО Евгений Важинский вместе со своей командой критически проанализировал всю конструкцию и взялся за переделку слабых мест. Автомобиль получил улучшенную коробку передач с рационально подобранными передаточными числами. Модернизировали и двигатель. За счет увеличения рабочего объема его мощность возросла с 66 до 73 лошадиных сил. Отказались от ненадежного тогда еще гидравлического привода передних тормозов в пользу механического. В ходе модернизации многие дорогостоящие и дефицитные материалы заменили на более доступные. Переделке подверглись и многие другие узлы и детали автомобиля. Все работы провели в сжатые сроки. Просто на огромном энтузиазме это делалось. То есть работали там круглосуточно. Ну, просто это был невиданный трудовой героизм и энтузиазм, и, в общем-то, такое всеобщее желание сделать хороший добротный грузовик. В результате была создана хорошая, надежная и прочная машина, адаптированная к отечественным условиям эксплуатации, ремонта и обслуживания. ЗИС-5 – такое обозначение получил этот грузовой автомобиль. С октября 1933-го он долгие годы выпускался на заводе имени Сталина, бывшем АМО. Конструкция машины состояла из 4500 деталей. Большинство из них было сделано из чугуна, дешевой стали и дерева. Грузовик можно было разобрать и собрать, используя минимальное количество инструментов. При этом от механика не требовалось высокой квалификации. Производство ЗИСов постоянно наращивалось. В первый месяц выпускали по 6-7 машин в день, затем десятками и сотнями. Автомобили получили широкое распространение и в народном хозяйстве, и в Красной армии. Более того, эти машины даже поставлялись на экспорт. ЗИС-5 мог перевозить 3 тонны груза и буксировать прицеп общей массой 3,5 тонны. Кроме того, на базе ЗИС-5 создавались различные спецмашины. На удлиненном шасси ЗИС-12 устанавливали прожекторы противовоздушной обороны и 20-миллиметровые зенитные пушки. Было огромное количество специальных машин на базе ЗИС-5. То есть, кроме автобусов различных конструкций, ЗИС-8, ЗИС-16, впоследствии разнообразие было величайшим. И огромное количество различных кузовов. Просто они реально не сохранились до наших дней, и очень мало сохранилось фотографий. Но в реальности выпускались типографии походные, мясокомбинаты походные, там кинопередвижки дневные.
дневной проекции, какие-то там специальные ветеринарные лаборатории, операционные. Ну, очень-очень много специальных машин, летучки различных типов. И они все несли, имели разные кузова, разные надстройки. То есть, естественно, использовалось одно шасси. В ходе моторизации Красной Армии во второй половине 30-х этот грузовик сыграл значительную роль. Он мог перевозить в кузове до 25 бойцов, буксировать артиллерийские системы, выполнять роль масла и топливозаправщика. Средний пробег до капитального ремонта у ЗИС-5 составлял 70 тысяч километров. Это было в два раза больше, чем у горьковского ГАЗ-2А. При надлежащем обслуживании эта цифра могла достигать 100 тысяч. Первой серьезной проверкой для моторизованных частей Красной Армии стали события в Монголии и война с Финляндией. Московский грузовик быстро завоевал репутацию неприхотливой и надежной военной машины. Кроме того, во время гражданской войны в Испании на базе ЗИС-5 строили бронеавтомобили. В 1941 году ЗИС-5 составлял почти половину военного автопарка Советского Союза. К июню на службе находилось свыше 100 тысяч этих машин. В первые месяцы Великой Отечественной автопарк Красной Армии понес значительные потери. Для их восполнения были мобилизованы машины из народного хозяйства. Начавшаяся война потребовала большого объема грузовых перевозок для нужд фронта и тыла. На фронтовых дорогах ЗИС-5 не раз на деле доказывал свою надежность и высокую ремонтопригодность. Практически любую поломку можно было ликвидировать собственными силами непосредственно в полевых условиях. Когда немцы осенью 41-го столкнулись с российским бездорожьем, они по достоинству оценили проходимость наших ЗИСов. Там, где немецкие машины, более совершенные в техническом плане, застревали, трофейные ЗИС-5 продолжали движение. Для машины, у которой ведущими являются только задние колеса, ЗИС демонстрировал высокую проходимость, близкую к полноприводным машинам. Тяговые характеристики двигателя удачно сочетались с трансмиссией и с распределением массы автомобиля между передней и задней осями. Кроме того, гибкая рама участвовала в работе подвески, помогая преодолевать сложные препятствия. Особой похвалы заслуживает сердце грузовика – рядная шестерка. О надежности ЗИСовского мотора ходили легенды. Он был неприхотлив к качеству горючего и отлично заводился в любой мороз. Такой феноменальной живучестью, ну, мало кто в мире может похвастаться. Конструкция двигателя объемом 5555 кубических сантиметров, это его можно сравнить, не знаю, с автоматом Калашникова. То есть убить этот мотор практически невозможно. Взрывом там сносило карбюратор, допустим, у мотора. Там солдат садился на остатки крыла и через тряпочку из котелка доливал бензин прямо в коллектор, машина ехала. Осенью 41-го, когда враг подобрался к Москве, Комитет обороны принял решение об эвакуации завода имени Сталина. Производство стратегически важной продукции было остановлено. Оборудование погрузили на железнодорожные платформы и отправили в Ульяновск и МИАС. Беспримерным трудовым подвигом стала быстрая организация производства на новых местах. В Ульяновске первые машины начали собирать уже в феврале 42-го. В это время в уральском МИАСе наладили выпуск двигателей и коробок передач. После того, как враг был отброшен от Москвы, выпуск грузовиков возобновили и на основной площадке в столице. На конвейер поставили упрощенную военную модификацию, получившую обозначение ЗИС-5В. Машина получила деревянную кабину, фанерные двери. Крылья стали делать из буквально кровельного железа, гнули на гибочных станках, сваривали. Машины получили такие прямые крылья, сварные. В общем, на каждом автомобиле экономили порядка 124 килограммов железа. Машина лишилась передних тормозов. На большей части автомобилей военного производства откидным был только один задний борт. В какой-то период времени перестали ставить одну фару, а некоторое время вообще производили автомобиль без фар. В июле 44-го завод в МИАСе также приступил к сборке ЗИС-5В. Выпуск машины в разных вариантах продолжался здесь вплоть до 1958 года. Именно в таком военном воплощении ЗИС-5 вошел в многочисленные исторические труды и летописи о Великой Отечественной. Грузовой автомобиль ЗИС-5В. Грузоподъемность
3000 килограммов. Мощность двигателя 73 лошадиные силы. Максимальная скорость 60 километров в час. Не отличаясь особыми удобствами для водителей, ЗИС-5 на военных дорогах снискал себе уважение и почет. Солдаты называли его Захаром или Захаром Ивановичем. Немного устарев к концу войны, грузовик, тем не менее, выглядел вполне достойно даже на фоне многочисленных заокеанских машин. Из всего этого ряда грузовиков это была самая надежная, однозначно самая надежная, самая неприхотливая, простая и при этом достаточно грузоподъемная и проходимая машина. То есть, в общем-то, очень достойный автомобиль. За 4 огненных года трудяга ЗИС-5 внес огромный вклад в разгром врага, и этот грузовой автомобиль по праву можно считать одним из символов Великой Победы.